Европейские автолюбители обеспокоены повышением пошлин на китайские электромобили. В Лондоне появился двухэтажный экоавтобус из КНР. В Синьцзяне готовится провести 8-е экспо «Китай-Евразия». Музеи Поднебесной привлекают посетителей цифровыми технологиями. В Европе нарастает напряжение, вызванное предстоящим повышением пошлин на китайские электрокары. Далеко не все довольны таким шагом руководства ЕС. Сильнее всего обеспокоены представители автомобильной промышленности, те, чьи интересы якобы поддерживает Брюссель своим спорным решением. Немецкий автопром не считает пошлины хорошим средством для разрешения разногласий. Введение сборов повышает риск глобального торгового конфликта, в котором не бывает победителей. К конкурентам нужно относиться серьезно, но фокус должен быть на собственной стратегии, собственном развитии, на миссии своего бренда. Против опрометчивого шага выступили и многие чиновники Евросоюза. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к созданию справедливой и свободной системы мировой торговли и заявил, что его страна не закроет свой рынок для зарубежных компаний. Министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг выразил обеспокоенность, что рост пошлин может развязать торговую войну между Китаем и ЕС. Чиновники из Венгрии и Норвегии также осудили повышение пошлин. Власти КНР тем временем продолжают предупреждать о разрушительных последствиях новой тарифной политики. Мы настоятельно призываем европейскую сторону внимательно прислушаться к общественному мнению, прекратить политизацию торгово-экономических вопросов, урегулировать трения путем диалога и консультаций, чтобы не наносить ущерб взаимному доверию и сотрудничеству между Китаем и странами ЕС. Причиной разногласий стало так называемое антидемпинговое расследование Евросоюза. Брюссель использует его как повод, чтобы уже в июле поднять ввозные пошлины на китайские электромобили до уровня 17-38%. Ежедневно КНР не только улучшает собственную экологию, но и помогает другим странам переходить на зеленые решения. Так, в британской столице представили просторный двухэтажный автобус с нулевыми выбросами, созданный китайской компанией BYD. Лондон поставил перед собой очень высокую планку. К 2030 году городская автобусная сеть должна выйти на нулевой уровень выбросов. Для этого нужно проделать большую работу, но у нас уже есть отличная база, чтобы двигаться дальше. Теперь китайскому двухэтажному автобусу предстоит пройти испытания перед началом эксплуатации. В компании BYD надеются, что экологичный даблдекер начнет обслуживать лондонских пассажиров уже к концу этого года. Восьмое экспо «Китай-Евразия» пройдет с 26 по 30 июня в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Выставочная площадь составит 140 тысяч квадратных метров. Она будет разделена на зоны, посвященные инвестиционному и международному сотрудничеству, производству оборудования и отдельным направлениям – энергетике, цифровым технологиям, культуре и туризму, сельскому хозяйству и животноводству. Международное сотрудничество всегда было важной частью экспо «Китай-Евразия». В этом году в нем примут участие около 50 стран и регионов, а также международные организации. 27 из них представят свою уникальную продукцию в собственных выставочных залах. Экспо «Китай-Евразия» проводят с 2011 года. В прошедших мероприятиях приняли участие свыше 12 тысяч экспонентов из более чем 70 стран. На предыдущей выставке в 2022 году подписали контракты на сумму более 130 миллиардов долларов. В музеях Поднебесной становится все интереснее. Теперь они радуют гостей иммерсивными историческими представлениями и цифровыми экспозициями. Креативные подходы активно осваивают и в доме музея одного из основателей Коммунистической партии Китая Ли Дайчжао. У нас небольшой музей, и посетителям может не хватить одного только осмотра экспозиции. Поэтому мы организовали цифровую выставку со справочной информацией, которую можно почитать перед тем, как войти в дом. Также в доме музея показывают театрализованные сценки из жизни Ли Дайчжао.
Актеры встречают гостей и в другом столичном учреждении – Музее культуры Сюаньнань. Он занимает большую площадь, поэтому в его приложение добавили интерактивную карту, которая поможет построить удобный маршрут посещения. Цифровые технологии оживляют исторические артефакты. Поэтому мы, как хранители культурного наследия, с нетерпением ждем появления новых разработок. К тому же для их применения нужна немалая доля воображения. Инновации и творческий подход помогают китайским музеям привлекать все больше посетителей, а самим жителям Поднебесной узнавать много нового о культуре и истории родной страны.